Во дворце спорта «Норд» проходит чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд. На поле как мастера игры, так и новички. За матчем именно таких команд «Норд» молодежной командой «Планета» наблюдал наш спортивный корреспондент. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд проводится ежегодно. На поле выходят мужские команды «Норда» и социально-гуманитарного колледжа. Участвуют 8 коллективов. Играется турнир в два этапа. Первый этап – это предварительные игры в подгруппах. Две группы по 4 команды. И второй этап – это финальная четверка, которая будет играть кресты. И команды, занявшие 3-4 места в своих группах, будут играть стыковые матчи. Сегодня на площадке молодая команда «Планета» и команда «Норд Молодежная». Эти ребята в составе играют уже 3 года. Коллектив сыгранный, по словам тренера, хорошо подготовленный. В прошлом году на этом же чемпионате они заняли 1-е место. В этом году будем отстаивать свой титул, свое имя команды. Доказывать, что мы еще можем, что мы играем. Показывать красивую игру. А на протяжении проведения турнира ежегодного появились интересные соперники? Появилось. Ну, ребята стали чаще заниматься после разных соревнований, игр. Стали многие смотрят, осматриваются, делают какие-то выводы и повышают свой уровень игры. Кого вы считаете своим главным соперником? Скорее всего, это трудовые резервы. Там состав тренеров. Команда «Норд Молодежная» после 1-го периода выигрывала со счетом 12-0. Особо острых моментов не было, но поволноваться пришлось. В первом этапе команда «Планета» сыграла 3 игры. Теперь ей предстоит побороться за призовые места во втором этапе. Команда «Норд Молодежная» также сыграла 3 игры и выиграла у команд «Планета» и «НМ Баскет». Иван Никонов, Дмитрий Марков, Владислав Носкин, телеканал «Север».